А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Юрика Плей. Если ты фанат Bed Wars, то этот канал специально для тебя. Здесь этих видео очень много. Если ты заинтересован, то заходи и подписывайся. Ссылочка на него в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в 23-ю серию нашего 6-го сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ожидает в этой серии. Не забываем в нем участвовать. Ребята, перед просмотром я бы хотел вас попросить поставить лайк. Если мы наберем 800 лайков на вот этой серии прямо сейчас, то новая серия Пиксельмона выйдет завтра. Не через неделю, не с какой-то задержкой, а именно завтра. Поэтому, ребята, больше лайков вы поставите, это больше сил придаст мне для записи новых видео. И тем самым я вам предоставлю новую серию Пиксельмона уже завтра, которая будет длиться около 40 минут или даже больше. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть больше серии Пиксельмон, поставьте, пожалуйста, лайк, я буду очень сильно этому рад. И, ребятушечки мои, сейчас мы продолжим искать каких-то покемонов и, в принципе, делать наши дела. Но перед тем, как что-то сделать, ребята, я наконец-то смог заново установить. Custom NPS, я их заново создал, заново настроил цены, и вроде я в них все позапихивал, да? А на экране спасибо человеку, дайте я еще раз посмотрю. Longbowfire, он посоветовал мне установить намного старее версию Forge. Я действительно не поленился, установил, и действительно это все заработало. Поэтому спасибо тому чувак, спасибо тебе, это во-первых. Стоять, паскуда, стоять, пожалуйста, не уходи, не уходи. Ребята, босс заспавился прямо перед нашим домом. 75 уровень. Главное его запиндолить, что, в принципе, мы это сделаем очень и очень просто. Даунстоун. Это уже круто. Я только рад этому даунстоуну. Ребята, я вообще случайно его заметил, честное слово. Если бы я не вышел через главный вход, то я, ребята, бы даже не заметил вот этого босса, и с этого босса нам бы не выпали 3 шмоточки. Это очень круто. Да, если бы я тому чуваку не сказал спасибо, то этого босса мы тоже бы вряд ли. Заметь, нифига себе, мы прям рыболовы. А ну сейчас давайте-ка мы... Что мы тут наловили, ребята? Давайте сначала вот это все соберем. Чувствует моя задница, что нам нужно расширять свой магазин, потому что мы наловили не только обычную рыбу. Сейчас, ладно, сейчас, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, это портится иногда, да, то есть не прямо все. Смотрите, что мы наловили. Мы наловили, во-первых, 5 эти солнечные рыбы или как. Ну, они выглядят, да, как солнышко такое маленькое. Потом мы словили 5 вот этих салмонов. Мы словили 10 обычной рыбы. Мы словили вот это. Мы словили name tag. Мы словили... Я не знаю, зачем вот это седло мы словили. То есть оно само словилось. Также мы словили вроде вот это и вроде вот это. Ну ладно, то есть это круто, видите? Ну это, в принципе, как в жизни, да? Может там какой-то... А черт пришел, бескультурный, кинул там в речку, я не знаю, свой носок, да, потом пришел какой-то рыбак с этой рыбацкой сетью, закинул ее, вытащил какой-то бомжатский носок. О, здрасте, носок, носочек. Поэтому, ребята, в принципе, это даже круто, что вытаскивается не только обычная рыба, а вытаскивается куча рыбы и куча всякого шмота, хлама. Это, если честно, очень даже круто. Мне это нравится, честно, ребята. Поэтому, вот смотри, мы даже вот это вытащили, ботиночки. Мне кажется, мы даже будем продолжать торговать, вот, точнее, мы сделаем новые, еще один магазин, или сюда как-то добавим что-то, выймем, с продажей вот этой рыбы. Это во-первых, а во-вторых, мы, наверное, ребята, дальше будем продолжать рыболовить. А знаете, что я хочу сделать в этой серии? В этой серии... Мы наконец-то, да, ребят, сейчас, давайте мы сначала выложим Артикуну и Кранидоса. Знаете, что мы в этой серии будем делать? Наверное, то, что многие уже давно ждали. Мы, ребята, будем прокачивать
мы будем подготавливать нашего следующего капитана. А следующий капитан у нас, конечно же, будет... Да-да-да, вы угадали, следующий капитан у нас, конечно же, будет... Риолу, то есть Лукарио. Поэтому, ребята, это даже и даже очень круто. Да ты вообще берега попутал, чувак. Ты тут не за этим пришел, тебя тут вообще никто не ждал. Так, быстренько. Я не знаю, в джунгли, в сноу. Ух ты, глиняный биом. Знаете что, глиняный биом? Мне нужно, наверное, зайти на старую карту, которая полетела к чертям. А ну, сейчас, секунду. Не, ребята, не работает. То есть я перезашел, там тоже вот эти слетели телепорты. Уф. Знаете что, ребятушечки, я буду очень сильно рад, если кто-то посмотрит или кто-то вспомнит координаты глиняного биома, в котором мы тпхались, я не знаю, там несколько раз, или я потом сам посмотрю, но я сейчас не помню, честное слово. Я сейчас не могу это вспомнить, потому что, честное слово, я даже не имею ни малейшего представления, где это было. Нам, наверное, просто летать нужно, еще раз попытаться его найти, или я потом посмотрю координаты и туда вернусь. И я буду очень сильно рад, если кто-то не поленится, зайдет на те серии, где мы были в глиняном биоме, где мы словили там багона, посмотрит координаты это глиняного биома и напишет в комментарии под этим видео. Я буду очень сильно благодарен тому человеку, кто это сделает. Ну а у нас не остается выбора, мы, ребята, в этой серии пойдем в зимний биом, потому что, ну, просто-напросто у нас нету выбора, куда нам идти. А потому что я... Я сразу выпускаю Риолу. А хотя, знаете что? Может, мы даже побегаем. У нас, конечно, нету болов, это очень хреново, то, что у нас нету болов, потому что если мы кого-то крутого найдем, то, ребята, мы его не сможем словить. Но знаете, что мы будем делать в этой серии? Знаете что? Мы сейчас драться не будем. Нам нужно прокачать счастье Риолу. Мы будем по пути искать марипов, будем их общипывать. Вот видите, они просто и так иногда сами нападают. А Риолу... Вот видите, ребята, просто-напросто, когда мы бьемся с кем-то, то Риолу залезает обратно в покебол. А это не очень хорошо, потому что его каждый раз будет нужно выпускать... Каждый раз выпускать его нужно будет. И если честно, это не очень круто. Это, в принципе... Вот, выпала еще штучка. Это утомлять будет каждый раз его выпускать. Поэтому мы просто-напросто с ним будем бегать до того времени, как только мы прокачаем... Да твою мать, видите, и так на нас нападают. До того времени, как только мы прокачаем ему счастье. Как только у него будет 220 счастья, как только наберется, то сразу мы его будем прокачивать. Так, просто смотрю, ничего тут нету. Мы его сразу же будем прокачивать и наконец-то эволюционировать в Лукарио. Я надеюсь, что в этой серии у нас... Хотя в этой серии... Ух, чуть не упал. В этой серии я, ребята, даже не знаю. Как думаете, получится ли у нас эволюционировать уже Риолу в Лукарио в этой серии? Я даю 60%, что да, 40%, что нет. Не знаю, посмотрим. Честное слово, ребят, посмотрим. Не будем угадывать, потому что никто не знает. Если, в принципе, нормально так посчитать. Но у него 134. Он выиграл одно счастье там за минуту, которую мы бегали. Поэтому вряд ли. Вряд ли, ребята. Ну, посмотрим. Жрачку я взял, да. Нормально. А знаете, я просто бегаю. Где он вообще? Риолу, ты тут? Сколько? 134. То есть, чё-то не очень он хочет набираться счастья, поэтому я не знаю. Мы просто будем бегать, знаете, мы куда-то сейчас побежим. Что там у нас находится? Вот там что-то у нас есть, какое-то странное. Что это вообще там? Видите на карте, как будто там что-то выделяется. Может, это покецентр, может, это, не знаю... Может, это засада какая-то, кто-то нам устроил там засаду, да? Сейчас нас тут маньячины какие-то словят, и нам попенция будет. Но нет, это не маньячины, это очень даже круто, потому что, посмотрите, мы сейчас вот это все, смотрите, это очень и очень полезный способ. Мы просто с трикопитейтером копаем вот это все. Мало того, что мы это все... Ребята, я словил Эдисона в покебол, смотрите. Я словил Эдисона в покебол. Да! Да, главное еще не сдохнуть, но я словил себя в мастербол. Ребята, вы это видели? Как это вообще нахрен возможно?
Такое себе. Я бы был бы намного больше рад, если бы нам выпал экспешер. Экспешер, ты нас слышишь? Ты нас слышишь? Я надеюсь, что да. Это очень крутой способ, потому что, во-первых, мы сможем собрать вот это все деревья, которое тут было. А это ни мало, ни много, 1,5 стака. Мы собрали, ну, одно яблочко, конечно, не прям много. Но зато мы очистили вот это все и сразу же... Ух ты, снизил. И сразу же, ребята, сразу же мы... Так, квикбол, постараемся. А, сразу же мы нашли вот это мастербол, и нужно было заходить в это дерево. И мы словили себя в мастербол. Я сам себя словил в мастербол, ребята. Последний шанс. У нас нету больше покеболов, и... Я бы, если честно, хотел даже словить Снизла, но у нас нету покеболов, поэтому... Ух ты! Снизл, пизл, карабизл! Нет, все-таки ночью я буду выключать шейдер, потому что... это жопа, короче. Так, Риол, выпускайся. Это круто, мы словились с одного даскбола. Ну, как бы я кинул квикбола, не словился, но потом с первого же даскбола мы словили Снизла. Я даже очень сильно рад, потому что, если честно, я хотел Снизла. Это очень круто. Так, 136. Я не скажу, что он очень сильно, прям быстро набирается счастья. Если честно, даже очень медленно, потому что, ну, мы набрались с начала серии, мы ему вроде набрали только 6 счастья. Нам, наверное, знаете, что, ребята, нужно будет сделать? Пожалуйста, напишите в комментарии, чтобы моя склерозная башка потом не забыла. Засунуть в магазин шапочку, которая дает покемону счастье, когда он эволюционирует. Не когда он эволюционирует, а когда он поднимает уровень. Я, если честно, Пинеку. Я Пинеку потом тоже словлю. Я не помню, как она называется, но может кто-то вспомнит. Опа. Может кто-то вспомнит, когда покемон получает плюс один уровень, то он выигрывает там охренеть сколько счастья. Мне кажется, он там вроде где-то даже 10-15 счастья получает только за один уровень. То есть, если бы у нас сейчас была эта шапочка, то до 30 уровня Риолу бы уже набрался необходимым счастьем, и мы бы его уже эволюционировали. Но, к сожалению, сейчас мы этого не можем сделать, потому что у нас... Опа, еще один. Просто потому, что у нас сейчас нету вот этого. Этой шапочки. А с легенд... каких с легенд? А с боссов она, если честно, не прям так часто выпадает. И то не так часто мы-то и боссов находим. Круто. Так. Ловим себе опять, ребята, в мастербол. Это что-то новенькое. Словить Эдисона в мастербол. Опа. А я не знаю, почему они так сделали. Вот смотрите, я себя словил в мастербол. Все. Это реально прикольно. Санстоун. Пригодится. Даже очень пригодится. Я рад, что мы это нашли. Фух, может мы еще... Может это еще не конец? Может мы... В том смысле, что может мы сейчас найдем еще вот такие? Там что-то есть, но мне кажется, не то, что нам нужно. Здрасте, Вабуфе. 21 уровень. Мы его не можем сейчас ловить, даже если бы хотели. И во-вторых... У него же есть первая эволюция, поэтому нету смысла сразу же ловить два буфета. Буфета нафиг. Так, потопали в эту сторону. Как бы нам тут круто так перепрыгнуть, чтобы в воду не упасть, но я и так упал в воду. Паркурщик с меня, конечно, никакой. Сейчас сюда. И вот мы нашли очередную поляну. Вряд ли тут будет. Вряд ли тут мы еще найдем вот эти камушки, не камушки, а вот эти деревья, да? Риул, ты где вообще? Ребята, мы потеряли Риолу. 139. Как-то охренеть, как это медленно все растет у него. Офигеть, если честно. Пиплап, здрасте. Я бы тебя словил. Он вот... Да где он нафиг? Вот сейчас я его выпустил, да? Я не знаю, куда он пропадает. Он вроде за нами... Вот он. Он за нами не бежит, паскуда. Риолу, не предавай нас, пожалуйста. Мы же твои, я не знаю, тренеры. А ты просто-напросто, зараза, нас предаешь. Я просто блуждаю по этим бескрайним... Не знаю... Так, это... Нет, это не босс, показалось. Бескрайним вот этим простором, зимним простором, да, не можем просто-напросто что-то нормальное найти. Да почему он опять засосался в покебол? Так, конечно, иди за нами, зараза. Так, конечно, он не будет счастья получать нормально, если мы там пробежим 20 метров, и он обратно залезет в покебол. Мне нужно, чтобы ты за нами бегал.
Бегай за нами! Риолу, пожалуйста, не залезай обратно в покебол. Сейчас, сейчас, ребята, посмотрим. Сейчас мы эксперимент проведем, не залезет ли он обратно. Но пока что нет. Пока что он еще вот тут. Так, нормально. Но то, что хреново, то, что он за нами не следует. Вроде в предыдущих версиях покемоны даже за тобой телепортировались, да? Если ты там куда-то далеко отбежал, то они даже к тебе телепортировались. А сейчас я как вижу Риолу вообще. Риолу до одного места. Где мы? Куда мы убежали? Риолу пофиг. Честное слово. Ох, мы куда-то, я вижу, забежали очень далеко. В том смысле, что тут ничего... А, вот видите, он обратно залез в покебол. Его нужно обратно выкидывать. Поэтому это не вариант. Вот так нужно какой-то другой способ придумать. Это что там? Нужно какой-то другой способ придумать. Это обычные... Да, это походу обычные, я не знаю, там... Болото это, наверное, или что. Ладно, давайте прыгаем быстренько домой. Поспим. Риолу что-то нас подводит, ребята, в этой серии. Риолу нас подводит. Фух, потому что я хотел, чтобы он счастья набирался, но, как я вижу, он этого не хочет. А что там с рыбкой? Так, так, знаете что, пускай он будет пока что тут, мы быстренько сбегаем на верхний этаж. Так, сейчас уже шейдер это можно включить. Да, замечательно. Мы сюда сбегаем и выложим вот это все, что мы сейчас добыли. Главное, один раз вот сюда не забежать вот этот огонь, а то я так возле него бегаю. Это сюда, замечательно. Опыт, 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 опыт. О, нифига себе у нас тут, да ты твою мать, спустись на один сундук ниже. Еды тут нормально. Где наши вещички с Пиксельмона? Ух, офигеть, сколько у нас тут еще уже вещичек. Сколько у нас тут уже вещичек. И, в принципе, мне кажется, даже тут сюда уже новые вещички нужно складывать. Потому что у нас уже их столько, что с ума можно сойти. А, еда. Еда вот сюда. Круто. Вот так. Круто. Сюда. Сюда пока что ничего. Где у нас хлам? Хлам у нас вот тут. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А сюда, сюда редстоун. Замечательно, шикарно, ребята. Риолу, сколько у тебя там счастья? Стой на месте, сейчас посмотрим. 141, офигеть. Мы только за эту серию набрали 8 счастья. Риолу, да ты прям какой-то, я не знаю. Честно, это не очень круто, то, что ты так мало счастья набираешь. Нам нужно вот это все забрать. Давайте вот это мы все быстренько, ребята, соберем. Вот это мы все быстренько соберем. И, наверное, в следующих сериях мы... Да соберись ты, зараза ты синяя! В следующих сериях мы уже будем начинать делать кучу-кучу, большущую кучу покеболов, квикболов и других там болов. Для покеболов вряд ли мы это будем делать, но я в общем болов, да? Для того, чтобы уже наконец-то пойти и продолжить нашу какую-то огромную охоту на покемонов. Мне кажется, все этого ждут. Это, если честно, даже будет очень-очень круто. Так, это давайте сюда мы все это сложим. Все, пускай это все пережаривается. Тут охренеть сколько всего. Зашибись. Так. Жалко, что с этого опыт не идет, да? Когда, например, вот это все тут жарится, то с этого опыт не идет. С этого, ребята, опыт не идет. Потому что оно сразу перенаправляется в это, в сундук. А мы с печки это не забираем. Если бы мы с печки это забирали, то с этих боеприконов у нас бы тут уже был не 33 уровень, а уже какой-то 50, если не больше. Поэтому, ну хотя, в принципе, тут уровень, если честно, даже роли большой не играет. Что тут уровень делает? Ничего, если честно. Ребят, я извиняюсь, я сейчас настрою немного магазины, потому что... Я забуду, честное слово, ребята, я забуду. Я забуду, что нам нужно это все добавить. Так, быстренько. Шапочку. Какую нам шапочку, я сказал, нужно добавить? Где она? Та, что с помощью которой мы можем опыт получить. Вот она. Суфбел. Вот она. Еще какая-то, больше вроде никакой. Я экспешер добавил, лакетч. Я пока что не вижу смысла добавлять. Знаете, что я добавлю, ребята? Я механическую наковальню добавлю. Ее никак нельзя скрафтить, она только, ну, через гейммод берется. Поэтому, ребята, ее никак нельзя скрафтить. Если честно, это даже очень и очень круто будет. Очень круто будет. Нет, не Golden Coin, а Iron Coin. Вот, замечательно. Так, добавим быстренько. Это добавим сюда. Допустим, она будет 6. Нет, наоборот, вот так, 6, потому что это, в принципе, не так уж и много. А вот
Вот это, мне кажется, даже стоит каких-то больших затрат. 30! 30, мать его, серебряных монет. Это 30 стаков бронзовых монет. Это 30 стаков, я не знаю, там рыбы, мяса. Охренеть, мы это долго будем добывать, но все же, ребята, мне кажется, это того стоит. И знаете, что я еще хотел посмотреть? Сейчас, секунду. Вот, как это все крафтится? Как это все крафтится, мне бы, если честно, это хотелось взять. Вот смотрите, ребята, допустим, чтобы не говорили, что я злоупотребляю вот этим, я возьму свои ресурсы, пока мы это все делаем, Риолу там потихоньку счастье выигрывает. 146, это мы уже за это 13 счастья ему прокачали. Вот смотрите, сейчас, хлам. Хлам тут, в принципе, ничего толком нету. Давайте вот это возьмем немного, допустим, вот так. Это... Вот так поставим. Возьмем. Да ты что, издеваешься? Офигеть. Ребята, прикиньте, у нас нету ни одного булыжника. Это прям какое-то новое чудо света, чтобы у нас не было ни одного булыжника. Это что вообще за прикол? Так, замечательно. Добыли ри... О, вот сейчас Зриолу за нами тпшится. Наверное, нельзя за ним очень далеко отходить, потому что, сами понимаете. Так, сейчас, ладно. Это все там жарится, пережаривается. Это было бы круто, вот если бы мы вот это забрали. И вот тут, например, это забрали и поставили бы вот это. Пускай это все там делается, мы это обратно сюда поставим. Замечательно. Нам нужен камушек, ребята, нам нужен камушек, ждем. Новый, вот еще один. Я просто хочу, знаете, что сделать? Сейчас вы вообще увидите. Я хочу стойку для брони сделать. А потом я хочу посмотреть, как будет вот эта пиксельмоновская новая одежка. Вы... Да твою мать! С какого перепуга эта картина слетела? Самая лучшая картина. Почти самая лучшая, ну ладно. То есть я ее реально долго ставил. Ах ты за... Какая тут, ага. А с какого вообще перепуга она слетела? Ну пускай будет пока что такая. Хотя нет, я не хочу черепок. Я не хочу черепок. Черепок. А, твою нафиг, а там точно такая же. Да, да подними ты эту конченую картину уже, наконец-то. Они, ребята, с нас вот эти каратисты нафиг, или кто это вообще, что это за... Картина. А, вот она. Вот эти лаганые картины, тут охренеть, как это бесит. Картина, пожалуйста, я тебя прошу, поставься нормально. Ребята, давайте, пожалуйста, попросим картину. Нормальную. Ни скелетона, ни какого-то еще там шнягу какую-то, а ту, что у нас была на всю картину, не на всю картину, а на всю стену. Да дайте мне вот, вот она любит убегать, если честно. То в одну сторону летит, то в другую сторону летит, то в третью сторону летит. Да твою мать, да поставься ты уже, наконец-то. Вот, иди ты в пень. Короче, ребят, я пока что ставлю вот эту, меня уже заколебал. И потом вот это все поставлю. Так, быстренько. 6. Вот это сюда, это сюда. Как это все делается, если бы я еще помнил? Вот как это все делается. Замечательно. Допустим, поставим это, я не знаю. Допустим, пока что вот сюда, да? Вот. И нам нужно взять вот эту броньку, чтобы просто-напросто посмотреть, как это все будет выглядеть. Да, допустим, команда R. Rocket Team. Это сюда, Rocket Boots. Вот. Это... Нет, сейчас. Вот так, выключим гейммод, чтобы это сразу ставилось. Во! Прикол! Приколюха! Мне кажется, это будет прикольно. Хоть она, в принципе, очень грубая такая выглядит, как будто это, я не знаю, робокоп какой-то, а не команда Рокет. Не знаю, честно. Это команда робокоп какая-то. Может, знаете, вот такие... Сделать вот такие коллекции. Да возьмись ты, возьмись. Я хочу тебе, я хочу тебя взять. И, допустим, Aqua Team, да? Выглядит как будто какие-то заключенные, если честно. С тюрьмы сбежали. Да я не на себя хочу одевать, а вот сюда я хочу одевать. А вот, да ты что, издеваешься нафиг? Вот так. И вот так это сделать все по всему дому. Мне кажется, это будет очень даже прикольно.
Ребята, как думаете, сделать ли нам вот такое по всему дому, да? Вот эти трофеи, то есть команда, там, какая, хрен его знает, какая там еще команда была. Команда Rocket, команда Aqua и вот эти все другие команды, вещички. Мне кажется, это будет очень-очень прикольно. Ну, это мы потом, ребята, посмотрим. Давайте мы еще посмотрим, сколько у Риолу уже счастья. 154. Мы за эту серию прокачали 51 счастье Риолу. Не скажу, что прям супер-пупер, но все же. Это мы выложим вот так. Круто. Фух, ребята, знаете что? Мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Сколько серия идет? Нормально. Уже серия идет, мне кажется, на этом мы будем уже заканчивать. В этой серии я словил сам себя в покебол. А, и знаете что? В следующей серии мы уже постараемся, наверное, эволюционировать Риолу. Я, может, еще оставлю его вне серии, да, чтобы он набирался опыта. Счастья, то есть, а не опыта. И в следующей серии мы его уже эволюционируем в Лукарию. Это будет наш следующий капитан. Только по черицу мы выкладывать не будем, ребята. Я думаю, что все согласны с тем, что чтобы не выкладывать по черицу, потому что, ну, с помощью по черицу мы таким способом добываем себе кучу и кучу, еще раз большую кучу всяких вещей с других покемонов, которые там дропаются, да, потому что, поэтому, мне кажется, это реально будет очень круто, там наша рыбка еще ловится и всякий там, не знаю, мусор. Ребята, я очень рад тем, кто досмотрел это видео до конца, я говорю спасибо, и я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Ребята, если мы наберем 800 лайков на новой серии Пиксельмона, то она выйдет не послезавтра, не послепослезавтра, не через неделю, а завтра. И она будет длинной, потому что, ребята, если мы не будем набирать по 800 лайков, то, ну, серии Пиксельмона будут выходить, но редко. Мне кажется, что все ждут новые серии, поэтому если вы хотите видеть новую серию прям завтра, а не через несколько дней, то, ребята, поставьте лайк, я буду очень сильно рад. Если вы вот это сделаете, больше сил для меня, для записи новых видео и больше видео для вас. Также я общаюсь со своими подписчиками. Все, что вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий под этим видео. С каким-то вопросом, пожеланием, советом я постараюсь его прочитать, ответить, также с тобой пообщаться. И последнее, что я хочу сказать, это то, что подписывайтесь на мой канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Я буду очень-очень сильно рад. Я прям вас расцелую, если... Вася, поцелую, если подпишешься, расцелую, Вася. Честное слово. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.